ты и видишь суперс как раз. Не, это далековато. Нет, далековато, тот перед нами вроде бы уже там. Бак, мы сейчас там, где ты еще видел чела? Нет. Я на актуальном метре пивал. Это не точно будет, я на стопчик. Ага, вот это он. Как раз. Не, это я. Радикал. Белку упал? Да, да. Далеко? Близко. Он в бинокль припал, он еще не алё. А, они походу на склоне, на этом, на хребте все-таки сидят. Да, да, на востоке. На юго-востоке, на востоке. Или где? Погоди, где именно? Они говорят, что мы на западе, у них на горе. Они, соответственно, на востоке. Так, я выкидываю нахуй эту коробку, она очень норм. Прям около них, но я не ебу, на ком они. Короче, ладно, я пошел по бензинке, мне что-то лень сидеть. А, вот это они работают. Да, да, да. Спускаться будешь? Я уже спустился. Вообще, там Морки в ДХ сидит, она тебя... Да, она меня не видит. Я не видел. Тебя? Нет. Убил, да, вот он стрелял. Убил. Да, я убил его, супер. Хорошо, я же вот, блядь. Кто-то спускался уже? Да. А Потя живой, Потя? Да. Окей, я убил этого тех. Да, он был рядом от меня. 10-20 метров. Вижу, кого-то уже спас. Вижу, я обосрался. Тоже мертвый. Пришла, и дальше побежал. А шайтан живой у нас, Серж? Да, да. На востоке двоих, короче, минусанул. Я с Джигитом хожу тут. Димик, это противник, блядь. Макет, твоя метка точно спускается ко мне. Не ворону, блядь, да, я жил. Работа, нахуй. Стой, стой, я к нему еще подойду успел. Он нашего убил, блядь, и удал очень сколько. Бля, можешь с двиганем, нет, нахуй? Типа, уже минус два наш. Да, делайте две, посвалим. Вторая КВ. Алло, слышите? Да, чувак. Короче, их еще много, они видели, как я лутал врага и, короче, сбил дроби. Их тут дофига. Они на две хартин, блядь. Там дофига, вот здесь. Я. Сейчас. Я вот на черной метке убил твоих. Не знаю, где они. Они дальше по скрипту. Вот, вот, да, вот он работает просто. Это же гита просто. Ну, бегал за бункера, вижу, сработали. У тебя же в бункер придурок. Чувак, ты поднялся на склон тут. Так. По мне стреляли. По тебе? Суперс, по мне стреляли. А, Суперс, поможешь мне? Купак. По тебе, да? Вот сейчас. Я убил его. У меня какая-то граната. Вот сейчас кто стреляет? Сейчас кто стреляет? Живой? Бак, у тебя на северо-востоке кто-то стреляет, это кто? Не знаю, кто, блядь, гранаты какие-то в зону нашлёте, в говно. Сиди, я сейчас северо-восток проверю. Сука, вот кто это кинул, блядь? У тебя сзади кто-то идёт тоже. Это свои, блядь. Я убил одного на северо-востоке. Наш. Наш, который прибили. Эти густые деревья, короче. На другом конце... Вот там, где он сбежал. Пак. Я понял. Он бежит прямо на тебя. На юго-востоке.
Живой? Да, живой. Упак. А тебе сюда стреляло? Живой? Да, да, живой убил. Стритер, что стрелять, я не знаю, откуда. Вот это и сюда стреляли. Ну, стритера, да. Да, мне видно, это с холма, с соседнего, бля, вообще попадет ко мне. Бак, еще один. Дальше у тебя? Вот здесь. Нет. Вот здесь. Понял. Я передо мной на камеру за камнем. У меня их смотрел. Меня чуть заметил, что ли? Три? Да, его добил. Добил до того. Понял. Лучше не иди левее. Я не знаю, где он сейчас. Он камнем был. Живой? Тупак. Вижу на втором этаже, вижу. Окей, понял. Левый бункер на втором этаже. Понял, понял. О, он сейчас стреляет. Да-да-да. К нему убегай, попробуй. Левый, да, был? Да-да-да, второй этаж. Я по нему отработал, он скорее всего лег. Хорошо. Я не вижу тебя. По мне пора мне работать. Ты...
Ян, это ты начинаешь? Да. Ну это похуй. На востоке едет БТР и едет Шишига. Газик, по-моему, Зушка или что там. Колонна знаю, двигнулась что, на юго. А, едет БТР. Юго-запад. Да, на юго-запад поехали. Прям едет Феррис. Феррис идет. Колонна Феррис едет, да? Не-не-не, один БТР Феррис едет. А один БТР едет Феррис, а колонна по берегу на запад поехала. Они ебошут на запад все. Вся колонна, там просто до хера все на завод полетели. 80 заехал Феррис. Нет, на дырчике, блядь, пустые заехали. Девушка, вместе пацанов, давай в красный маркер отзайдем. Бань, да, надо туда ехать, там засаду устраивать. Да-да-да. Да там просто... Давай, БТР, СТС, тут нас кранут, собри. Че? Они сюда не все силы бросили, я вам так скажу. Там, блядь, охрана точно есть. Не, они бросили сюда только тигры с пару человек, то есть вся основная сила, скорее всего, на юге. А БТР? Типа, если мы не дадим выйти всяким... Метки, смотрите, метки на своих поставил. Что я здесь? Еще раз капал. Тихо всем, шестопулись все. Три тигры из города выехала. Противотанковые? Всем вылезти, тихо. Власть, смотри на юг сейчас. Они едут по дороге. По нам едут? По дороге. По главной дороге, да, из города. Сейчас так, в кусты все, в кусты. У меня муха, у меня муха есть. Раз, два, там едут. Едут на запад, Они вот так поедут, смотрите быстро. Через Монахи поедут? А нет, едут на юг. Они через нас едут, на нас едут. Вижу. Молчара, уйди, блин, нахуй. Молчара, придурок, что ты делаешь? Я не вижу.
сейчас. Да. Пробей. Квестер, Твитфл, побудьте аккуратней, там есть эти плаки. Вот, да? Ну нахуй. Плаки же только на... Блин, без этого херово вообще, без бинокля будет. У них есть еще беспилотники. С плавизором? 90 кило, блин. Вот чары, беспилотник с тепловизором? Без тепловизоров. Я узнал попадание. У вас контакты? Да, молча. Комбо слышишь? Да. Ты не там какая-то херня. Ты нихуя не слышишь. Край карты. Говорит край карты, волчара. По краю карты идут? Он говорит просто край карты. Движение вижу, ботя, 210 движений от меня. 210 движений, я понял. От тебя метку. Не давай, что 120 метров. Тут свой. И тут свой. Метку да есть, видишь кого-то? Здесь вот волчара. Это из Пейн идет. Там березка? Березка была. Да, березка была. У нас волчара из Пейн сейчас. Это что? Компот. Наш компот из Пейн. Это они, да? Пиздится, да, их встречаем. Это не наши, слышишь? По мне летят точерники. Это что-то шальное? Нет, там визилка пошла. Ну я понял, что шальное. Кен, я рядом нужен. Слышь, куда стоит моя? Я еще слева буду сейчас спать, скорее всего. Начинал метки актуальные на противника, да, все смещайтесь ко мне уже. Ты их видишь прям? Нет, мне только что подание передали, я здание ушел на пару минут. Дайте мне метки быстро на себя, бегом. Я вылетал из зверя, это кончили первым номером. Я просто боюсь, если я начну отступать. У нас, у меня на востоке спину куча пехов, не пришел компот. Бач. Да, вы пить не потом пропустили. Ну ко мне стягивайте уже. Я хз, Никита, на южнее по дороге езжу. СПН. Компот, может, зайдем на юг в этот лес, но не стрельба была? Я никуда не лезу, не полезу пока. Но я там вижу какой-то, слышишь? Где на юге? Вижу! Где на твоей метке, волчар? На моей красной? Я на моей красной, все хорошо, Сергей, на моей синей, да, я вижу, вижу противника. Да, командира убил, да. Тихо. Командира убил. Тоже, слышь, прижимаю. Слышь, ведь подходишь, да? Волчар, где ты убилась? На юге. Так. Живой? Компот. Волчара, слышишь? Да, у нас минус компот, я понял. Давайте я 3-4 резерв еще. Еще минус дал. Одного еще одного дал. СПН убиваешь? Да, да, да. Окей. Ты слышал, по где стреляют? Да, я знаю где. Так постарался, смотри, они тут везде. Просто бинокль, надо посмотреть, убил я его или нет. Да, блядь, время надо. Еще одного убил. Кого? Ты пеха подел как бы. Нет. А я не знаю, да, вот это. Фулбак. Мертвый, да? Живой он? Мертвый. А, фулбак. Тихо, ты кто стрелял? Я на твоей зеленой пойдет. Стрелять. Это я. Кто? Твит. Ты где, брат? Меня 200 лес край. А метки может. Thank you.
Бэха по дороге, слышишь? Бэха по дороге. Или... это 90-ик. Твит. 90? Да. Мед. Да ёп. Вот здесь. Он прям передо мной едет, он здесь. Я понял, у меня там... Если он где-то остановится, я ему под жопу под разряд положу. Я ему тоже там... Тут, походу, везде пехота, раз он катается. Он на меня попал. Чего? Он уехал от меня. Он на меня... Значит, противник что, там. Штоком под штоком. У меня 23 кадра на восток, пиздец. Ну так, все, перейдешь первый, я за тобой, давай, братик. Алло, скажите мне, куда падает ГС? Мы не видим. Да не видеть, по звуку просто. По звуку просто. Да, ты кидаешь. В сторону Бэхи, там где Бэха метка фулпак стоит. Я две штуки дал туда. Вот, взорвалась, где? Вроде бы южном или без ты там. Нормально, я могу отрабатывать туда. Залезь на мой. Да, хорошо отрабатываешь. Еще туда отрабатывай больше и чуть дальше и правее. В ту область отрабатывай прям до хера. А там у нас БТР на юго-востоке. На юго-востоке. Где именно метод занятия, скажу. Блять, вот на метке Квестер, блять, юго-восток, нахуй. Есть там что-то у нас или нет? Вот, все, нормально, я сказал, что не кидай. Ну ты, конечно, да. Жестко. Алло. Короче, слышали гранатометные пуски? Да. Я его убил только что. Чей БТР? БТР чей? Чей БТР едет?
Проверить, еще враг выйдет. Алло, я живой, я пробился в череп вплотную. Тихо, у них еще один живой, точно не вступил. Ты сейчас убил череп вплотную? Да, вплотную, да. Понял. Это хоть сейчас стреляла, я точно стрелял. Вижу движение, все пока что 7. Короче, ты сейчас где? Я на своей метке вот сейчас вот там точно стоит на меня. На желтой метке шляется кто-то с ПКМ. Понял, сейчас чекну. Я не понимаю, кто это. Да, вижу. Братан, только живи, сейчас я их найду.
Интересно. Желательно отходить с подальше, чтобы, ну, хоть небольшой шанс был у нас своих сети. Я буду держаться сзади. Сейчас метку сожру, враг у нас похуже, чем поставлю. Враг сейчас поставлю. Где? Вот тут. Ты видишь или чё? Бля, я его не понял, то есть. Да, вижу его. Видишь, видишь, там, да, вижу. Он на нас не смотрит. Не-не, он на север смотрел, сейчас не вижу, он скрылся. Да-да-да, до сих пор. Он крутится от севера. Вертуха только уточнилась, до сих пор уточняется. И пошли мимо. Колес. Ну все, можешь забрать. Все, минус. Стрелок минус. Он, скорее всего, 300, а не 200. Да скажи, если пусть не добивает. Не-не-не, он умер, он все разорвался. Там еще один чувак остался, я как понимаю. Да-да, там чувак остался. Ну, там вообще отделение троих людей, наверное, скорее всего, двое. Да, бегает, вижу там. Он, наверное, думает, ну а хули нам пилот? Ты сейчас стрелял, да? Да-да. Видели, где КПшку упало? Да. Вот ниже этот камень, там двое. Ну я слышал, я понял. По мне, блин. По мне стреляют. Лушака, блин, сзади, вы чё, ёбнутся? Это я, блин. Это я, блин. Алло. Я не знаю, я вижу его, я кто стреляет, но... Кто по мне еще стрелял? Это наш главраг. Глушители? Да кто гранату кинул по мне? Это враг? Ты веришь, что это глушитель? Я его убили. Его убили. Да? Ты дал что ли? И на меня метка-то стоит, блять, вот я. Бля, я тебе говорю, того, кто по тебе стрелял, я убил. А в шимаге? В шимаге кто сейчас глушаком стрелял? Ты его убил точно? Я убил, бля. Кого глушаем сейчас? Сейчас только что я стрелял по тебе. Откуда у него глушитель? Посмотри, залутай его. Да,
я возле Кети, короче. А, люби мне, я еще вернусь. Взял, пошел. Забрал Бегаю. Стингер? Да, да. Бегай к бетерам, да. Враг, может быть, на кости. Не, это я пути. А еще надо брать, нет, один? Один, да, достаточно. Убили со стингером тут был. МЛГ. А, нет. Еще один взял? О, ёпта. Давай. Садись быстрее. Налево? Окей. Кореш, ты бы видел, как мы сейчас прыгли со стингерами. Я видел. Один на мине, другой ОГшка словил. Все, красиво.